Привет! Я пишу это видео не совсем из теплых стран, что казалось бы странно для декабря и для инфобизнеса. Все коллеги в Таиланде, на Бали, везде греются и всячески наслаждаются жизнью. Я делаю это видео из заснеженного Киева. Почему я здесь и почему мне хочется прямо сейчас написать этот отзыв? У меня в руках вот такая замечательная бумажка. И отзыв будет просто очень коротким, очень четким. Буквально 2 дня назад я заключила свою первую в жизни сделку по недвижимости, и я купила квартиру под Киевом, в чудесном месте, в том месте, в котором я хотела это сделать, посреди соснового бора, рядом с рекой, с озером. Это квартира в комплексе клубного типа, когда на территории располагается детский садик, фонтаны, игровые площадки, площадки для мини-гольфа. Вот я взяла с собой бумагу, подтверждающую это, и буквально через 4 дня я все-таки улетаю в Таиланд. У меня уже есть билеты, к сожалению, я не успела их распечатать, чтобы тоже показать. Просто только сегодня мне пришло подтверждение о авиарейсе. Совершенно спокойно я купила, выбрала ту авиакомпанию, на которой я хочу лететь, а не самые дешевые авиабилеты, которые доставляют до Таиланда. Я сейчас полечу греться в теплое место замечательное, где будет очень хорошо, не будет вот этого снега. Вот, и квартира, опять же, нюанс такой, да, квартиру можно купить в кредит, а можно купить ее за наличные реальные деньги, всего лишь в рассрочку на полгода, то есть к июлю 2013 года я выплачу сумму целиком полностью. И вот такие возможности дает инфобизнес, вот такие возможности я как ученица Алекса Айвенга получила в своей жизни. Если вы хотите получать деньги от свободы, если вы хотите получать деньги от любимого дела, которым вы занимаетесь, я думаю, что Алекс Айвенга – это хороший выбор.